дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я с вами поделюсь рецептом медового торта. На моем канале уже есть один рецепт медового торта. Ссылку на него оставлю в описании под видео. А в сегодняшнем рецепте я буду использовать необычный для этого торта ингредиент – яблочное пюре. Какие ингредиенты нам нужны для теста? Мука, сливочное масло, яйца, сахар, ванилин, мед, сода и щепотка соли. Точное количество ингредиентов вы увидите у себя на экране в начале видео и в описании под видео. Пока все ингредиенты для теста оставим в сторону и будем готовить яблочное пюре. Для яблочного пюре я яблоки очистила от сердцевинок, порезала на кусочки, добавила воду и лимон и варила до кашеобразного состояния. Яблоки нужно варить до вот такого состояния. Теперь убираем дольки лимона. Эту массу можно пюрировать погруженным блендером или же пропустить через сито. Вот такое яблочное пюре у меня получилось. Я сюда добавлю сахар. Количество сахара возьмите на ваш вкус, смотря какие у вас яблоки. Если кислые, конечно, добавлять нужно чуть больше сахара. Если они сладкие, чуть меньше, на ваш вкус. Я добавлю 3 ложки сахара, потому что у меня сладкие яблоки. Перемешиваем и поставлю на плиту увариваться до нужной консистенции. Яблочное пюре уже готово. Я варила 15 минут, но вам может понадобиться чуть больше или чуть меньше времени. Яблочное пюре оставлю в сторону и дам полностью остыть. В жаропрочной посуде соединяем мед с сахаром, добавляем щепотку соли. Это все вместе поставим на водяную баню. К сахарно-медовой массе добавляем 2 чайные ложки соды. И перемешиваем. Пошла реакция соды с медом, и масса начала пениться. Поэтому в рецептах, где есть мед, соду уксусом гасить не надо. Теперь сюда добавляем сливочное масло и опять интенсивно перемешиваем. Массу постоянно помешивая, довела до такого карамельного цвета. Теперь тонкой струйкой буду вводить взбитые яйца и интенсивно нужно перемешивать, чтобы яйца не свернулись. Добавлю ванилин. И добавлю муки. Муку добавляю не всю. Немножко оставляю, чтобы дальше работать с тестом. Снимаю тесто с огня. Стол посыплю мукой и выложу тесто на стол. Замешиваем тесто, постепенно добавляя муку. Пока тесто горячее, оно может взять очень много муки. Поэтому будьте осторожны с мукой. Тесто уже готово. Я поделю на 8 ровных частей. Желательно, чтобы кусочки теста были одинаковые по весу. У меня получились кусочки, каждый весом по 140 грамм. Подкатаем тесто в шарик и поставлю на блюдо. Блюдо обязательно посыпьте мукой. Кусочки теста сверху накрою влажным полотенцем, чтобы они не покрылись корочкой. Тесту дам отдохнуть 10 минут, а пока мы разогреваем духовку. Температура духовки 200 градусов. Припыляем стол мукой. И раскатаем первый корж. Можете раскатать в любую форму, круглую, квадратную. У меня будет прямоугольная форма, как мой противень. Раскатаем тесто очень тонко. Тесто я раскатала очень тонко. Перекладываю на противень.
Корж печем в заранее разогретой духовке. Температура духовки 200 градусов. У меня духовка включена низ вверх. Выпекать буду на среднем ярусе. Пока печется первый корж, я раскатаю второй. Я только что достала первый корж из духовки. Отправлю второй корж. Так буду выпекать все коржи. Для сегодняшнего торта я буду использовать карамельно-заварной крем. Вот так выглядит мой крем. Я его готовила заранее. Рецепт этого крема есть на моем канале. Ссылку оставлю в описании под видео. Крем выглядит вот так. Очень вкусный, пышный и воздушный. К этому торту подходит любой крем. Плейлист кремов оставлю в описании под видео. Коржи хорошо остыли. Я их сложила стопкой. Коржи получились очень мягкие. Они пропеклись очень хорошо с обеих сторон. Я обрезала неровные края коржей, а из обрезков сделала обсыпку для украшения торта. Собираем торт. Коржи у меня получились очень мягкие. На первый корж кладем яблочное пюре. Равномерно распределяем пюре. Яблочное пюре должно быть полностью остывшим. Теперь слой крема. Кладу второй корж. И опять яблочное пюре. Яблочное пюре в этом рецепте играет роль пропитки. Его как слой не будет видно. Опять кладем слой крема. Таким же образом я соберу торт до последнего коржа. На каждый корж я кладу 2 столовые ложки яблочного пюре. Если класть больше пюре, то тяжело будет наносить крем. Поставила последний корж. Сверху тоже смажу яблочным пюре. И затяну торт оставшимся кремом. Торт обсыплю крошкой. Торт готов. Поставлю в холодильник пропитаться на 3-4 часа. Медовый торт уже готов. Я оставила его на пропитку на ночь. Порежу и покажу, как получилось внутри. Вот так выглядит торт внутри. Четко видны слои крема и коржей. Торт получился очень мягкий. Яблочного пюре в торте не видно. Только чувствуется очень приятная кислинка от яблок. На мой взгляд, это идеальное решение, чтобы сбалансировать сладкий вкус медового торта. Торт получился очень нежный, очень мягкий и вкусный. Такой торт украсит любой праздничный стол. Попробуйте приготовить этот торт по моему рецепту. Уверена, что он вам очень понравится. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем желаю приятного чаепития и до новых встреч!